właśnie w to było lepsze niż relacje. Ja to wspomnę. Pasz statuje gierku nie pomiesz, nie? Nie wiem, pewnie ja bym. Ety kusok pesiście. Co mam zrobić? Zaśpiewać. Sama nie. Ja zaśpiewam z tobą. Wiesz co, trochę obecność pana z kamerą mnie krępuje. Nie no, śpiewaj spoko, no, śpiewaj mu. Śpiewaj tak to kawałek. Tak. Śpiewaj, będziesz sławna. Ja może to jest profesor. Chorosło się. Ja nie pierwszy raz tam pokazał to. Będę z zaległymi policją. Bywali. Ale to słońce daje po kawie. Daj, niestety. A ty się dziś po stary, bo... Moneta, moneta, no! Pokaż, no mordo. Taka sama, tego typu? Daj panu nagrać na ten, na wideo. Pan nagrać, to jest ostrość. Ostrość krzyża jest to pierwsze drobne. Ostrość krzyża jest to. Najpierw namierzysz sobie łapę. No. Ale sobie... Od siebie, do siebie troszeczkę. Ale sprawdzę, nie, musisz za każdym razem sprawdzić libelkę. Zobacz, tu już co wychodzi. No wiem, ale założyliśmy, że... Niech oni wezmą jeszcze ten pomiar. Dobra, to będzie tak. Czy ja to robię tak, że wiesz, pomniej, bo podrobiłem tak, że naprawdę. Widzę wszystko. Mhm. Widzę wszystko podwójnie. No. Dobra. Dobrze. I teraz jeszcze po wymiarę. O, to namierzymy. Masz
Что работать? Ну то же самое, что вы только что сказали. Этот объект очень заинтересовал зарубежных коллег. Вот был днями профессор Джозеф Картер из Техасского университета. Вчера был специалист по раннему христианству из Австрии вместе с сотрудниками из Национальной академии наук Украины, студент археологии. Доктором Зубарем сегодня вот с нашим объектом знакомится Марк Байер из Калифорнии. Вот, правда, так с приватным визитом. Ну, все понимают значение этого памятника, значение этого объекта, потому и интересуются. Период, maybe. I'm here with the group I'm with as a computer expert. Ага, он здесь с группой, которая ведет раскопки в Херсонесе, он занимается компьютерной обработкой. Ну, вот, пожалуй, все. Чем может археологам помочь компьютерная обработка? Что это, банк данных или что? Do you think that your kind of job is very useful for archaeologists? Is it helpful for them or not? Yeah, I think it's becoming more helpful. Да, это со временем станет очень важной частью археологии. Мнение, чем его заинтересовал вот этот объект? Do you interested in this excavation and if you interested, what interested in what? Oh, it's a very interesting excavation. I'm very interested in the Roman period in archaeology. Его очень заинтересовали эти раскопки, потому что в своей профессии он увлекается римским, чисто римским периодом археологии. Вот так, наверное, будет. Хорошо, да? Положить перебук. Нормально, да. Вполне работа неплохая. Трудно сказать. Это надо смотреть аналогии. Так
это и есть рука, ты хочешь сказать? Да. А что на ней за бородавки? А, вот так вот. То есть это все-таки палец, да? Да. Значит, это юный Геркулес все-таки? Да. Да. Хороший. Сейчас так снимем, там под... копаем. Вообще голову копать будет. Да, это жертвенный стол интересно. И чем же он интересен? С портретами сюжетными. А вот это по толщине. Похоже, от него тоже часть. Вот, на ней написано Богу Йови Оптима. Богу Зевсу. Юпитеру, нет, в смысле. Юпитеру лучшему. Ну, то же самое, что на... Ну, у нас есть переводчик. Есть переводчик. Я не очень, конечно, я вот это... Это балаклавский. Сарматский лоб. Да, на левом. Это Гераклей. Есть немного еще. А, да. Прошу. В прошлом году мы начали сотрудничество с севастопольскими коллегами из Херсонесского национального археологического заповедника. Мы работаем вместе в Северной Болгарии, в Нове, в лагере, в римском лагере первого итальянского легиона. И вот здесь, в Балаклаве, кажется, тоже в маленьком лагере, одного из подразделений Нижневизийского римского войска. Некоторые из херсонесских коллегов приезжают к нам в Болгарию, где работает экспедиция Института археологии Варшавского университета из Польши. Здесь, в Балаклаве, мы раскрываем вместе в моменте святилище Юпитера Долихенского, построенного в около половины первого столетия людьми, которые приехали здесь точно из Нова. Один из них, Антони Валенс, был трибуном тот же самого легиона, и вот он сделал эту надпись, алтарь. Алтарь посвящен Геркулесу. В прошлом году севастопольскими коллегами был найден в течение спасательных раскопок. Были найдены фрагменты скульптуры этого греческого хероса. Найдена была тоже надпись на базе этой статуи. Сейчас у нас и база статуи, фрагменты, значительные фрагменты этой статуи из инкерманского известняка и алтарь, который над верняком стоял 2-3 метра перед статуей. Мы надеемся найти еще фрагменты надписи, строительных надписей, которые нам подскажут дату второго строительного периода. В моменте мы знаем только, что в годах от 139 до 161, вероятно, около половины, около 150,
była, храм был восстановлен. Одна из строительных надписей говорит, что офицеры и солдаты подразделения, римского подразделения, реставрировали храм. Это означает, что еще раньше, возможно, в 30-х и 40-х годах второго столетия, здесь уже стоял какой-то храм. Интересно, что храмы, посвящены восточным божествам, в том числе Юпитеру Долихенскому, над Нижним Дунаем, известны до сих пор, они около полвека более поздние. Здесь самый ранний храм Юпитера Долихенского, который в этой зоне римских влияний над сегодняшней Северной Болгарией и в юго-западном Крыму. Несколько слов о финансовых делах экспедиции. Да. Конечно, это предприятие стоит довольно много денег. Вот мы здесь приехали с группой 18 студентов археологии из Института археологии Варшавского университета. Мы нашли деньги в Польском комитете научных исследований. В связи с огромным наводнением в Польше нам не удалось найти спонсоров. Но надеемся найти какие-то-нибудь фирмы польские, которые работают на Украине, в Крыму тоже, чтобы они помогли в наших финансах. В моменте мы оплатили путешествие, мы смогли оплатить путешествие студентов, но даже у нас есть немножко денег для их, для еды для них, но остальные деньги они нашли в своих карманах. Wiesz, że nie wiedziałam o tym, że tak się robi? Pani Tomku, mogę aparat? Wsadził go pan może do torby? Nie, nie, ale... Dobra. Ta jest? Chyba troszeczkę jest otwarta. Nie. Jest tylko ta malutka. A ta niebieska? A tą niebieską nie masz. O! O! Też wygrywasz kamieni. Jak to zaskoczenie zostaje? Wyłącz. Za tym.